Пошло. С воскресным днем. Спаси Христос. Мы вернулись вчера только из деревни. Ну, я он ждал 10-го, потом числа какой-то 12 что ли, там, или 13-го, попробовал позвонить. У нас работа была такая, завалили и никак. Кое-как нынче. Первый раз так задержались на 2 недели. Мы пруды восстанавливали и дорогу делали. Да, я все слежу там. Слежу там и за прудами, как вы восстанавливаете, как в экскурсию по прудам повели там своих этих... Прям как Моше Рабейну впереди идете там по пустыне за вами. Так, Никиту он... Мы все выставляем в интернет, вы не против? А? Мы в интернет... О чем речь? Что, первый раз, что ли, мы с вами беседуем? Ну ладно, ладно. Я не первый раз, но чтобы вы не против, ничего не имеете. Ну, как, что против, что нам скрывать? Правильно, чтобы молодец. Разбойники. Молодец, рассказывай. Ну и милостью Божию так поживаем. Ну еще что вы видели у нас? Ну что, последнее это как там это грейдером там самодельным он Никита плуг тянет, а вы за ним это как копали Никита с этим с Володей копали, потом вы копали, там собака вам помогала, бегала, все копала. Ох ты. Все слежу. Все досье у меня на вас лежит. Я слежу. Как это вы там... Ну, я не читал. Просто вы там рассказывали, что какой-то священник Дудин на вас еще как... А на С кто-то еще, не знаю. Того я вообще не знаю. Скуратовский из США. Виктор. Ясно. Ну, я не знаю. Так, я... у меня скайп, разговор через 5 минут прерывается, так что успей сказать. Он что-то у меня барахлит. В общем, что я сделал? Для школы, для... В общем, я сделал вопросники такие. Значит, предание о церкви, о крещении младенцев, о церкви и о существовании ада и рая. Вопросы и сразу же ответ из Священного Писания, чтобы человеку тут же заполнял и еще о священстве будет. Это я уже издал. Значит, о существовании ада и рая. Что обещал Христос разбойнику на кресте? Луки 23:43. И вот он должен выписать, найти в Библии и выписать. Потом, каким образом вознесся Спаситель? Деяния 1:9, Лука 24:51. Где видел Спасителя первомученика архидиакон Стефан? Куда был восхищен апостол Павел? И вот так вот все. Сначала о рае, потом о аде. Вот. И заполнив вот это вот ученик, он оставляет у себя. И уже он эту тему знает. О церкви. Что такое церковь? Ефесянам 1:23, Откровение 19:7-21:9. Кто является главою церкви? Это какую цену искуплена церковь? 1 Петра 1:18-19. Кого призвал искупить Христос? Кого привел искупить Христос? Кому доверено блюсти церковь Христову? Ефесянам 4:11, 1 Петра 5:1. Ну, что пастырем. И вот такие вот сколько? Это 11 вопросов, а рай 10 вопросов. О крещении младенцев, ну, тоже такое же. Вот. Ну, здесь могут ли неразумные дети принять благодать Божию? Действует ли благодать Божия независимо от нашего разума? Иеремии, там, Псалом, Луки один, потом, значит, что необходимо для крещения? Там вера. А могут ли младенцы, ну, потом по вере других, вот тоже 11 вопросов, и также предание церкви. Ну, примерно вы поняли. Да. Как вам это дело? Хорошее, молодец. Подходящее? Очень даже. Обнимаю. Спаси Господи, рад. Вот я с вами поделился, хотел это самое. Вот, все ролики ваши я видел.
Ну, слежу за вами внимательно, как КГБ не следила. Православные следим. Блюдим. Ну, слава Богу. Давай говори быстрее, что есть, а то сейчас прервет меня. А вы не могли бы мне... У Михаила есть скайп вот с Ириной, чтобы я с ним поговорил? Не знаю даже, понятия не имею. У нас связи никакой нету. О, как плохо, а чего же он так? А что, он против меня, что мы с патриархией дружим. Что? Он Агафангела Одесского, Пашковского. А он что, не в Московской патриархии? Нет, Московскую патриархию они не считают благодатной даже. Так я считал его трезвым человеком. Нет, там никакой трезвости нету. Они на меня очень сильно. Вот тебе на. Павел устроил здесь это самое. Ну, Павла я тоже смотрел. Вот печально. Сколько мы с ним великих дел сделали. Да. С Павлом. Проповедовали это. И вдруг такой вот... И ну, Михаил тоже. Михаил вот так. Он самомнением занялся и никого не слышит. Вот главный вопрос-то, что Московская патриархия это не церковь. А мы никогда на это не пойдем. Мы считаем Московскую патриархию благодатной церковью. Ой, вот людей просто бес вот крутит, как это. Да, что да. Вот разделение, да? Зачем разделяться? Надо наоборот, чтобы церковь была едина. Да. Надо армян, коптов, эфиопов. Вот, вы всегда вот говорите про пять церквей. Да. Вы эфиопов забываете. Эфиопы, копты, такая же церковь. Древняя церковь, имеющая рукоположение. Да. Это вполне законная церковь, имеющая апостольское преемство. Все таинства всем имеет апостольское преемство. И никакого сомнения быть не может, что она благодатная. Вот. Так же, как и коптская. Она от коптской пошла. И еще вот вопрос. Я считаю, по вашим меркам должна быть еще Ассирийская церковь Востока. Она тоже имеет апостольское преемство. Да. У нее есть свои там чудотворства. Да. Вот они несториане. Вот как бы эти все православные-то худо-бедно, а они несториане. Вот вы их не поминаете никогда. Ну, может, и правильно. Это как вот вы... Их принципиально или просто забываете? Нет, я не забываю. Я знаю, что есть некоторые разночтения, мне достаточно назвать главное. Когда говорим православное, это означает и старообрядцы, приемлющие священство. Я говорю католики, это и старокатолики. Все правильно, вот. Но дело в том, что нет. Вы понимаете, вот если вы... Я согласен, что если говорить армяне, то туда входят и сирийцы, и копты, и эфиопы. И индийцы, и они те же самые православные. Да. Почему? То есть, почему? Они имеют между собой общение, как бы, евхаристическое. Они могут друг с другом причащаться. Поэтому я согласен. А вот ассирийцы, они с ними не причащаются, ни с нами не причащаются. Они, у них священное писание обрезано, они там не признают, там послание Иуды, откровения не признают. Но... Они имеют в рукоположении апостольское преемство. Это точно. Несториане. У них в принципе, они церковь. Потому что таинство они сохранили там худо-бедно. И как бы, у них есть такие вот свои жучки, скажем, непонятные. Вот. Но тем не менее, как сказать, все-таки церковь это же не протестанты, не кто-нибудь, а апостольская церковь, рукоположение есть. Вот. Вы так же считаете? Да. Ну, слава Богу. Я рад, что у нас такое с вами согласие. Да нам, а что? Что, мало что ли разделить? Да, конечно, согласие во всем. Слава Богу. Во всем согласие. Я-то сам в Московской патриархии, вот сегодня причащался, я там причащаюсь, там исповедуюсь. Сам я в Московской патриархии. Я и искать никогда не буду чужого, что не надо. Господь меня здесь поставил, и здесь я всю жизнь и буду. Вот. Для спасения этого достаточно. Что там? Смотрел там, как с Алимом вы беседовали, там паренек такой, этот, ну как, мужчина с Татарстана.
ищет, просто его все там забивают со всех сторон. По язычеству разному он ходит, там с кем только не знакомится. Все, он заговор ищет против церкви, да? Да. И против спасения. Христа надо искать, Христа. Христа, да. И чтобы ощутил личным спасителем своим Христа. Да. Вот да, чтобы без Христа не спасусь. Мой личный спаситель, он омыл меня кровью. Все. Все, вот это вот необходимо. И в церкви. Не надо это все язычество хитромудрости, там, сколько там католики там спрятали Евангелие от нас, это вот, ну, такое вот. Я что-то разболтался. Весело. Ну вот мы трудно нынче закончили, потому что с материалом нас порубили, и мы другую работу делали, там деревья валили с дорогой, и привезли остаток лесу, досок только за два дня. И за два дня мы там замерзали с потемок до потемок, успели вчера выехать. А щебень-то привезли? Щебень должны привезти только завтра, потому что дорога к нам затрудненная, они ждут, когда замерзнет. А разровнять-то можно его, я вызову отсюда телефоном грейдеры. А, можно, да? Сам рабочий приезд, который... Слышали, сколько мы за щебень заплатили? Я вот это вот как бы мимо ушей пропускал. 237 тысяч. Ну, значит, я сам цен не знаю вот этого всего. Сам я тоже, как те священники, ничего своими руками путного не сделал. Ни дороги не построил, ничего. Поэтому я цен не знаю. Я, ну, общем... вы видели, какой труд мы сделали? Сколько ушло? Сколько деревьев пришлось убирать? Около 300 деревьев спилили только. Видел, еще там возле пруда, там вот это вот наросшие. Да, да, спуски эти. Очень и очень трудно было. Не знали, как этот тоннель пробивали, который там под дорогой шел. Он уже лет 50 как полностью зарос там. И вот ребята киркой там, ломами рубили, кое-как прошли его. Ну, настоящее метро. Ну, и слава Богу, будете проходить. Вода будет. Вот, главное, вода, чтобы пошла весной туда. Иначе она будет размывать. Ну, вот так. Мы видели, как бедствуют они и решили помочь. И 3,5 месяца мы там... просто врубались. Ну, я знаю. Ну, вот в конце вы взялись-то как раз-таки, когда детей распустили-то. В сентябре-то в основном стали делать. Вы там дорогу, потом вот дамбу, пруд там облагораживать, да. Еще там укреплять все. Отвод от пруда там это вот самое. Да. Вот, три пруда. Не один, а три пруда. Я знаю, знаю. Вы от одного к другому пруду повели-то. Это как по Шарабейну, за вами телефон там звонит. Все. Так, минутку, подожди. Все. Говори. С миром. Были и собрания, и все, но они остались следующие, уже не вошли туда. У меня вчера была уже закончена папка, и я не стал ее тревожить. Были очень хорошие. Нет, я потом приготовлю, под номером 20 выйдет у меня. Я папку вам перешлю, а вы тогда уже загоняете все. Да, именно ставь. Все, уже. Ну все, давай. С Богом, благодарю, дорогая. Давай. Вот видите, что мы делаем записи, а потом их отсылаем в другой город, иногда очень далеко в центр России, там конвертируют, ставят под замок. А уже замки я снимаю и смотрю, когда что изменить, название или как, уже выставляю на всеобщее обозрение. Понятно. Я вот это вот последний наш разговор я искал. Вы там нашли его? Я его нашел. Там, оказывается, поставили это, беседа с Игорем Ильиным, а я Сергий. Не, ну, может быть. И поэтому я его долго искал, случайно нашел, случайно. Ну, слава Богу. Виноват, если так это было сделано. Вот. А под ним мы как раз и договорились. Я же искал там, вы мне послали очень интересное там, ну, я просил вас там... какого-то профессора там, о числе 7, книгу. И потом я нашел ее, почитал, там все нормально, да. Вот. Это какой профессор говорит?
А я не знаю, Иванов, это надо он, посмотреть под это самое. Который математик, Библию-то число 7. А, Петров. Петров это? Да. Да, Иван. Его Панин, Иван Петрович Панин. Да. И я посмотрел это, почитал, там вы выложили. А искал долго, потому что ошиблись с именем моим. Ну ничего, хорошо, слава Богу. Виноват, прости, пожалуйста. Главное нашел. Мы ничего не добавляем, вот, как есть, так и ставим. Никогда не шлифуем ничего. Ни одного кадра не убираем. А зачем это лукавство? Да. Можно и не снимать тогда совсем, если что-то редактировать. Именно так. Я доверяю своим читателям. Мне говорят, вот вы могли бы это не говорить. А вот я когда отсидел, вернулся, то как репрессированному, репрессированному, мне должны дать дело. И я там сидел в краевой прокуратуре, выписывал. Ну и что, против меня свидетели были? Плохо. Я все поместил. И мне говорят, зачем вы это-то? Я говорю, а я не шлифую свою биографию. Я говорю, как есть. Я очень уважаю своих читателей. Я доверяюсь им. Я написал все, что же свидетели против меня говорили. Ну и слава Богу. Правильно. Помоги, Господи. Я очень опечален, никогда не подумал про Михаила. Я всегда его умным считал, трезвым человеком, всегда пример брал с него, с Павла. Я был мальчишкой, они меня учили, а теперь оказалось и тот, и другой. Прости, Господи. Не, ну Павел понятно хоть, а Михаил вообще не могу понять. Ну, Михаил, даже несколько можно его понять. Понимаете, что они коснулись очень нехороших дел патриархии, и в это время у него там зять, женатый на его жене, писатель Георгий, кажется, Черкасов, Георгиевский, писатель Белой Игры, он в Москве, и они там очень сильно враждуют с патриархией. Ну и когда вот это пошло как бы к объединению, ну это не объединение, а признание канонического общения, акта. Но они восстали против. А раз против пошли, значит, отверглись. А дальше только уже лавиной пошло. Все обвинения. Все, что они говорят о патриархии, я знаю, у меня помещено в книгах. Но мы никогда не отрицали благодатности. Имеем общение. Вы видели, как нынче к нам митрополит Сергий приезжал? Ты видели? Видел. И как причащались, вы видел, да. Как слово говорили. Все это... Мало того, я еще скачал. Там мне интересные вещи, чтобы на память осталось... Вот. Из ваших слов. Мне там понравилась проповедь ваша. Да. Ну, вот разделение всегда мне не нравится. А вы нашу свадьбу видели? Нет, свадьбу не видел. А посмотрите, мы ездили когда в Благовестие далеко, во Франции познакомились с девушкой. И она приехала из-за нашего благовестника, вышла замуж. Сейчас в школе работает. Ну, я знаю, в очках такой. Да. Да, Виктор, и вы посмотрите, там найдете, бракосочетание называется. Хорошо, посмотрю сегодня, посмотрю. Тем более вы возьмите от начала, вот как наш YouTube, ну это летом было-то, поэтому сколько там у нас было роликов, вы быстро найдете. Там видно, какой концерт был, бракосочетание. Я вот не понимаю, понимаете, вот в 80-х годах была у нас одна церковь православная, худо-бедно. Были всякие, КГБ, ну я при Владимире Цветкове был, КГБ нас гнобило. Мы собирались по домам, изучали священное писание, вы помните, при вас. Да. Ну, было всяко, были там и предатели священники, и знали, что мы подписные эти священники. Но все равно мы, не, как говорим простым языком, не выпендривались. Церковь не рушили. Да. Как было, так и осталось. Да. Сейчас объединилось. Ну, слава Богу, что Господь объединил единение. Сейчас, церковь больна, она всегда была больна. Не было такого периода, чтобы в церкви не было какой-нибудь болячки, какого-нибудь не было плевел. Всегда были плевелы. И всегда плевелы были. Ну, из церкви уходить из-за этого, ну, это глупость, просто страшно. Ну, зачем делать? А вы знаете, что сейчас в России те, которые не подчинились, не приняли акт о каноническом общении с патриархией, 13 юрисдикций православных, 13 уже. Вот, это все безумие. Ну как вот? А как? Сатана, говорит, просил, чтобы сеял как пшеницу. Сеял как пшеницу.
И каждый из них чуть ли не единственный в мире. Да, и друг с другом они не знают. Друг с другом-то нет общения. Ну, ой, а в церкви, ну, взять всю историю, никогда не было, чтобы в церкви было все гладко. Всегда. И в средние века. И так, всегда. Рукой не стучи, Сергей, тут отражается. А, прошу прощения. Всегда были искушения, всегда. Да. Всегда были неправильные, всегда была и симония была, и взять вот, хорошо, ну ладно, мы мученики, допустим, наша церковь. У нас гнала КГБ. Мы не могли там купели строить, гвоздя не могли забить. А посмотрел я другие церкви, вот сейчас вот у меня все службы, вот литургии записаны, крещения, я все таинства собираю. Вот у других, у православных церквей, у католиков, у армян, ничем не лучше. Вы знаете, греки крестят также обливанием, им никто не мешал купели строить, как и мы крестят. Вот. Мало того, у нас хоть попы, большинство крестятся, крест накладут себя нормально. Вот. А у них там балалайчники. Я не понимаю, он то ли крестит, то ли части тела. Я понимаю, это я могу там рот перекрестить. Там, это они пуговки чистят. Пуговки чистят. Вот, вот. Кто это самое? А там вот смотришь, литургию слушаешь, он перед причастием 32 креста положит, и все, и ни одного нормально не положит. Я говорю, что он делает там, пожилой человек такой, пожилой священник, и в ужасе. А у них не было того, что у нас, они не видели. Ни гонения, ни на них никто, ни Вишняков кулаком не стучал в это, ни запрещали их. А то же самое еще хуже, чем у нас. У нас сейчас хоть епископы есть, которые в реках крестят. Поэтому наша церковь, она еще встанет, поднимется и еще поведет за собой. Вот. Как только мы смогли, ну, постепенно, не сразу, годами. Но отказываться от церкви – это большая глупость и большой грех. Вот рвать церковь Христову. Вот это меня всегда вот… Я вот тоже, как и вы, я и у католика возьму благословение – и с армянином, со священником найду, да и с мирян найду общий язык. Вот. Главное что? Главное Христос. И они меня понимают. Вот как бы инославные. Ну, я церковь есть церковь. Я считаю, что нужно наоборот объединение. Даже несмотря там, какие у них обряды, может, какие-то немощи есть. И у нас полно всякого нехорошего, и у них. Объединяться надо просто, а потом уже подгонять под единое целое. Желательно, как в первом веке христианства. Вот это вот надо. Как в первом веках. Я так считаю. А что вот это вот разделение, вот это хитон Христов, вот драть, вот это вот самое последнее дело. Вот, ну, сомневаюсь, что он стал святей Михаил от того, что ушел из церкви. Что он святей стал от этого. Или правильней. Он так же, как и я, если будет спасаться, будет молиться, будет исповедоваться. Я те же самые имею, как и он, все те же преференции. И ничего у него нет передо мною. Так у него уже и там начались нелады. Ну вот это вот такое вот. Если зацепил бес, это... Вот понимаете, если ушел к еретикам, к адвентистам, баптистам, вот, вернуть человека легче в православие, потому что объяснить там, ну, что не церковь, что-то вот заблуждение. А когда бес вот ногтем зацепил, якобы в православии остается, а сам он из церкви вышел, вот это вот гораздо труднее вот соединиться. Гораздо труднее. Я вот опечален за Михаила. Вот, опечалили вы меня сегодня. Я считал, что Михаил нормально. Все. Я у него всегда с него пример брал. Я же
Сколько мы и с адвентистами ходили беседовать, вот там вот, и сколько тоже славных великих дел делали вместе. И Павел, ну, Павел, одна, сейчас одна печаль осталась, так говорится. Ладно, ну все пока, наверное, давай, до следующей встречи. Ну, позвоню вам как-нибудь. Спасибо, Христос. Я рад, что вы бодрые. Ну, а чего? А чего? Главное, что, говорит, благотворение и общение не забывайте. Таковыми божертвами благоурождается Бог. Вот мы побеседовали, пообщались, а это жертва Богу, евреям. Знаете, да? Конечно. Спаси Господи. Рад был вас очень видеть. Никите привет. Пусть не унывает. Никита у меня рядом стоит. Вот. Володя, где ты? Володя, иди сюда. Пусть не унывает. Да ладно. Главный работник сейчас. Это вот Володя. Я знаю. Еще Сергей есть там. Главный работник наш. Да ладно. Да, спасибо. Все хороши. Они как Арон и Ор вас поддерживают. Да. В борьбе с амаликитянами. Руки вам. А еще Сергей есть. Сергей там этот самый, Пупков. Пупков, он да. Кинолог, он с собаками занимается, дрессировщик профессиональный. Ну да, да. Вот так. Нынче у них поездка была в Мурманск. Северную область захватили. Миссионерская поездка. Прошли Карелию, там Орловская область, все. Я не поехал. Но Бог дал хороших работников. Марьясов Александр, дальнобойщик. Ну и все, нормально. И машина целая вернулась. И... Слава Богу. А я видел, как они в деревню ездили. Вот Никита там, Сергей, они ходили с посохом. Да. Это проповедовали. Потом вот этот, который на француженке женился, там Виктор Сащенко. Да. Виктор Сащенко. А вы его песнопение слышали, как он поет на мои стихи? Не, если только мельком. Нет, не слышал. А если я сейчас вам проиграю, послушайте? Ну, а что не послушать-то? Почему не послушать? А вот послушай. За стихотворение за это меня, ну, как сказать, обвиняют. А я сейчас вам дам прослушать, и вы сами скажете, как вам понравится. Так, минутку. Сейчас, вот, подожди, отъезд. Новые песни. Так. Минутку, новые песни. Вот, слушай внимательно. Вот, называется «Политика души». Это мое стихотворение, он положил на музыку. Политика души. Отдайте Шикотан и Кёнигсберг отдайте, пока еще не поздно поспешим. Не удержать богатств, хребят и лезут тати, излишки все крестясь отдать самим. Нас не осудят дети и праправнук, что мы во время бури и штормов за борт рубили мачты не тараном, спасли Россию ясностью умов. Лишь Дух Святой умам отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий шикотан, какой грозит трясучий шикотан. Нельзя несправедливо ни по Богу, раскинув руки, пьяным бороздить. Когда соседи жмутся по трогам, нам негде жить, нам негде жить. По совести ли вымирают люди, пустеют города и заросли поля. Мы захлебнулись, то ли еще будет, когда извергнет мертвецов земля. Лишь Дух Святой умом отверзит я. И оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий шикотан, какой грозит трясучий шикотан. Готовы чаши гнева, вихрь зловредный, от гнойных ран, зловоние и смрад.
последний конь, и конь, как знаем, бледный, и смерть на нем, а сзади виден ад. Что непонятен призыв благодати, с премудростью и со Христом бы жить. Да мы окружены и спереди, и сзади, и всем руководит Христа продавец жить. Лишь Дух Святой умам отверстит ясно, и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий шикотан. Какой грозит трясучий шикотан. Лишь Дух Святой умам отверзит ясность, и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий шикотан. Какой грозит трясучий шикотан. А вот окошки, посмотри, вот окошки, это тоже мое стихотворение. Окошки. Для многих кошка не последний друг. Египетское чудо совершенства. У ног моих свернула спящий круг. И греет электрической шерстью. С детьми умеет ласково играть. Скрывая в каждой лапке пять кинжалов, безжалостно сумеет покарать. Когда их воска к недругу прижали, без кошек там по нашему амбару, каюк уют у наших погребах. С мышами поведем мы с ней на пару, чтоб с голодухи не пришлось рыдать, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Живой барометр уткнулся в непогоду, и загодя оно спрятало хвосту. Но все такая тварь хозяйстве годна, хотя и спит весь день, но уши на чеку. Малейший шорох распрямит пружину, и взгляд зеленых фар прорежет ночь тьму. Прыжок стрелой не менее аршина, и крысам не избыть смертельных мук. Без кошек там по нашему амбару, каюкуют у наших погребах. С мышами поведем мы с ней на пару, чтоб с голодухи не пришлось рыдать, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Мурлычет, может, молиться тому Спасителю, кого зовем на помощь. У кошки свой от Господа хомут, дерет демон кинжал и остро точит. Свободой наделена эта тварь, и хвост не подожмет под стать собакам. Мышином царстве безраздельный царь, на ней строго режимная рубаха. Без кошек там по нашему амбару, каюк уют у наших погребах. С мышами поведем мы с ней на пару, чтоб с голодухи не пришлось рыдать, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Иконы идолы в ринках ли сметана, какая разница и лазить, и сметать. Они так мало в Божьем Писании, хотя за пользу можно дать медаль. Уж сколько раз ловил на голубятне, лупил нещадно воровскую полость. Проходит время, подсыхают пятна, мы с ней миримся, каемся чуть после. Без кошек там по нашему амбару, каюкуют у наших погребах.
мышами поведем мы с ней на пару, чтоб с голодухи не пришлось рыдать, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Ну как? Про кошек очень хороший. Просто у него дар, конечно, от Бога. И голос хороший, и молодец, чудно. Про кошки мне очень понравилось. А вот, вот этот стих, который первый, он, вы еще его когда, в какие годы написали? Да давно написал, давно. А то он по всем книгам берет. Тогда, когда был еще Борис Николаевич Ельцин, и ему... Там Коржаков, другие звонили, когда был в Америке, чтобы согласился, отдали Шикотан, чтобы с Японией установить добрые отношения. Но он не решился по пьянке и потом жалел об этом. Я по горячим событиям пишу стихотворение. Ну и слава Богу, что Господь не дал ему. Он пьяный был, вылез. Там женщины ждут, встречают депутата, а он вылез и давай, говорит, на колесо мочиться. Ну и это он всегда, это его была такая, он выйдет, он и в Киргизию также приехал. В Киргизию прилетел и на колесо вышел, обязательно отписать надо колесо от самолета. Как собака каноническую территорию пометила. Да. А потом дальше идет это. Он приехал, у меня дядя мой двоюродный, в аэропорту, он раньше был, когда при советской власти, начальником аэропорта, а когда в Киргизии, он стал заместителем. И Ельцин, он с Акаевым, еще прилетел к Акаеву. Значит, они там погуляли, Ельцин уже прилетел, приехал в аэропорт, привезли его, и он, значит, с Акаевым говорит: не улечу, пока мне это не привезете там какой-то киргизский коньяк. Коньяк там, Манас, что ли, называется. Не улечу и все, давай вот коньяк. Ну, а что делать? У них с собой нету Акаева. Значит, они послали в Бишкек за коньяком. Им, а мой дядька вынес там ящик какой-то и дал. Он говорит: о, смотри, какие у тебя работают мои парни. Он же русский, мои парни работают. Ну и выпил там, опять пошел и улетел, слава Богу. А Кайку по лысине так постучал, говорит, вот, и полетел. Ельцин, да, это был такой. Да, пропала Россия. Это «Война и мир», там князь Волконский умирает, и уже Наполеон, и он говорит: пропала Россия, погибла Россия. Вот так. Ну что, Сергей? Ну, спаси Господи вас за пение. Я посмотрю, мне очень интересно. Я еще там послушаю. Недели через полторы этот ролик будет стоять. Там будет стоять уже Сергей Ильин. Хорошо, спаси Господи. Давай. Ну, с Богом. Отключайся. Давай. Вот такой наш разговор произошел с Сергеем Ильиным. Я и не знал, что там ошибка была. Из кошки амба нашему амбару.